Свои двухэтажные дома на улице Радищева жители называют всеми забытыми. Сюда не приезжают депутаты, не ходят коммунальщики. Постройки 60-летнего возраста потихоньку разваливаются. Здесь ни дорог, ни освещения. Сгоревшие сараи и то не могут убрать с далекого 2008-го. Вообще безобразие. Как дождь прошел, одна грязь, пройти нельзя, ничего нельзя. Потом у нас вот козырьки, как снег это счищают, козырьки у нас упали у первого, второго этажа. Сколько мы не обращались, нам отвечают, что у вас не положено этих козырьков. Как это не положено в доме, чтобы не было козырьков? Перекрытия в домах деревянные, а вот нервы у жителей стальные. Со своими коммунальными проблемами они с завидным постоянством обращаются в управляющую компанию. Говорят, что за свои деньги в счетах ежемесячно не менее 600 рублей за обслуживание требовать могут и ремонта, и выхода специалистов. Очень опасно. Кабель висит непонятно как. Он в течение уже нескольких лет. Это просто невозможно. Мы просто боимся даже, что мы можем взлететь из-за этого кабеля. Ну, нельзя так жить. Мы живем дом с 53-го года, 60 лет дома. Никогда кабель не ремонтировался. Мы сейчас хотим написать заявление обязательно, чтобы проверили конкретно компетентные люди, кто разбирается в этой электроэнергии. Не простой электрик, который у нас был, слазил на чердак, посмотрел, вернулся, дает мне подсовывать под нос этот акт, подпишите. Говорю, я не могу подписывать, я же в этом не разбираюсь. Марина Фомина в этом доме живет уже 35 лет и все годы в постоянной тревоге. В кирпичном строении нет подвала. Коммуникации проходят прямо в квартирах. Марина – счастливый обладатель водопроводной трубы, старой и проржавевшей. Ни разу за все годы ее жизни здесь специалисты не проверяли, в порядке ли коммуникация. Ее не перекроешь. Вот если сейчас где-то прорвется, если нужно будет перекрывать, то трубу не перекроешь, этот винтель не крутится. Вот этот, он просто стоит. И вот тогда забили, чтобы он хотя бы не так капал сильно. И все. Этажей в доме два. Жители нижнего мучаются с коммуникациями, верхнего борются с промочками. Как только начинается дождь или снег, бегут за тазами. С потолка стекают настоящие реки. Любой косметический ремонт проводить бессмысленно. Хотя 5 лет назад специалисты управляющей компании отчитались. Произвели ремонт крыши. Буквально через 1,5 года шифер весь полопался. Вот из-за этого я могу только одно сказать, что некачественный шифер положили. И просто-напросто он рассыпался весь. Он по стыкам стал лопаться. В основном боремся только сами. Управляющая компания вообще не помогает ничего. То, что мы обращаемся, ноль эмоций. Вообще никаких. Жители шутят. Коммунальщики делают как будто назло. То заплатки на стенах покрасят другой краской, то штукатурить начнут и на середине бросят. А в конце года отчитываются. Множество работ произвели, все деньги на счету дома израсходовали. Ни о каком ремонте крыши не помышляйте. Либо чините на кровно заработанные. В прошлом году приходил, ремонтировал цоколь. 50% отремонтировал, а на 50% у него не хватило раствора. Цементного раствора не хватило. Он сказал, мне нет раствора. И ушел. И у меня говорит, рабочий день кончился, и все вообще больше не пришел. Переписка с управляющей компанией вовсе больше напоминает письма с угрозами. Под подписью руководителя Тихановского в 2012 году жителям прислали бумагу «Уберите антенну или отключим вам газ». Как жить в домах с газовым отоплением без голубого топлива, коммунальщики не уточнили. Управляющие компании вообще, в принципе, к людям относятся не очень хорошо, потому что их задача не людей обслуживать, а деньги собирать. Двухэтажки, исходя из этой логики, собирают мало денег, и, соответственно, к нему отношение такое. Но данное отношение нужно, конечно, менять, потому что двухэтажей в городе очень много. Людей пока, скажем так, в улучшенные условия никто не переселяет, поэтому управляющая компания просто обязана обратить внимание. Жители думали отказаться от услуг своей 6-й управляющей компании, но боятся, в другой может быть и хуже. Продолжают писать бумаги и звонить по инстанциям, ведь везде обещают, что жизнь однажды наладится. Так и живут. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.